Привет, Евгений Петросян, и все-все-все, пусть улыбается экран. И все-все-все, кто хочет с толком пошутить, мы можем гостем пригласить, и сразу станет легче жить. По крайней мере веселей, и может чуточку смешней. И пусть Евгений Петросян, и все-все-все, к вам не присядут на диван, но все-все-все, со всей открытой душой, сейчас для вас покажут шоу. Надеюсь на успех большой! Дамы и господа, Евгений Петросян! Благодарю вас. А вам встречались солнечные люди? Мне с ними кофе кажется вкусней. Душевная промозглая простуда проходит сразу от таких людей. Они вам греют зябкие ладони, рисуют солнце среди мрачных туч. Какая редкость солнечные люди! Я в них всегда влюбляюсь по чуть-чуть. Они гуашью, самой-самой светлой, рисуют мир, открытый для людей. Хочу сказать спасибо им за это, за то, что мир наш делают теплей. Вы скажете, что вроде не встречали, что глупости все это, как всегда. Нет, все-таки таких людей мы знаем и даже обнимаем иногда. Протертого возьмите хрена в баночке, а можно взять и цельный корень хрена. И напишите на клочке бумажечки огромный список всех своих проблем. Подальше данный список отложите, разок сквозь пальцы на него взгляните и сверху хрен на список положите. И без проблем с души все это снимет. Тяжелый груз, забот, проблем. Он с ними. Давайте жить, любить и удивляться. Давайте верить, помнить и жалеть. От счастья плакать, от души смеяться. Давайте жить, чтоб сердцем не стареть. В эфире Петросян Шоу! Прошу. Хорошо, когда вируса нету, пандемия, родная, прощай. Уходи на другую планету, россиянам дышать не мешай. И в какой стране я не буду, и где мне не пришлось бы ходить, маски я никогда не забуду, но не буду их больше носить. Как хорошо, что о пандемии мы можем говорить уже в прошедшем времени. А помните, как она нас всех доставала? Мы ходили в масках, мы сидели дома, рестораны и кафе были закрыты, концерты отменялись, корпоративы запрещались. И только наше родное телевидение связывало нас с внешним миром. Давайте вспомним, как это было. Здравствуйте, дорогие друзья!
вашей любимой передаче. Здорово выжить с Еленой Малышевой. После того, как появился новый штамм коронавируса Эпсилон-Лямбда-125, я каждый день рассказывала вам, как выжить в наше непростое время. Итак, напомню, существует несколько степеней защиты. Вот низкая степень защиты. Средняя степень защиты. Высокая степень защиты. И очень высокая степень защиты. И, наконец, идеальная степень защиты. Как видите, в студию никто не вышел, потому что нечего выходить. Сидите дома. И будете идеально защищены. Все должны тщательно дезинфицировать руки. Можно дезинфицировать стенки желудка изнутри. Но самое плохое – это дезинфицировать стенки желудка самому и не предложить остальным. Даже дома соблюдайте правила безопасности. Каждый раз, когда муж приходит с работы, прежде чем пустить его в квартиру, попросите предъявить QR-код. ПЦР. Справку о наличии антител. Справку о ревакцинации. И, наконец, измерьте температуру. Продезинфицируйте мужа снаружи. И изнутри. Жены должны продезинфицировать те места, которые их, предположительно, могут поцеловать. Даже дома соблюдайте социальную дистанцию 1.5 метра. Соблюдайте социальную дистанцию не только на кухне, но и в супружеской постели. Впрочем, в этом плане многие семейные пары могут жить, как жили до пандемии, не прикасаясь друг к другу. В пандемии была разработана новая школьная форма. А также платье для выпускного бала. Счастливая российская семья. Эй, соблюдаем социальную дистанцию. И не забываем про дезинфекцию. Я считаю, что никакой вирус нас не сломит. Мы в детстве всей страной пили воду с сиропом с одного стакана. И выжили! Грызли сосули. И выжили! Мочили манту. И выжили! И, сидя на холодном бетоне, смотрели на сварку и жевали гудрон. И выжили! Дезинфицируйтесь, вакцинируйтесь, ревакцинируйтесь.
вакцинируйтесь и будьте здоровы! Если злобный вирус вас пугает сильно, если вам не спится с ночи до зари, время не тяните, в руки спирт возьмите и себя протрите и снаружи, и внутри. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Во время пандемии запрещалось ходить в театр. Пускали либо половину зала, либо по QR-коду, либо вообще никого никуда не пускали. И как простому человеку можно было попасть в храм искусства? Для этого существовала в то время получившая большую популярность служба доставки. Милый. Как ты считаешь, к этому платью мне больше подойдут бусики с жемчугом или цепочка с кулончиком? А ты знаешь, ты надевай и бусики, и жемчуг, и кулончик, но не каждый же день у нас такое событие. Да-да, открыто. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы брали 2 билета на Лебединое озеро? Да. Большой театр доставки. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Вот ваши программки. Ага, спасибо. С вас 300 рублей. Да, конечно, пожалуйста. Ага. Это только за программки. Да-да. Бинокль брать будете? Нет, не будем. Буфет, пожалуйста. Мороженое, пирожное, минералки, коньяк. Коньяк я буду. Это в честь чего ты будешь коньяк? Дорогая, ну не каждый же день ходим в театр. Пожалуйста. Ага. За Чайковского. Благодарю. Внимание, внимание, третий звонок. Подготовки. Короче, смотрите. Монтировщик вот так вот делает. Занавес открывайся. Впереди дырки такая. Там сидят музыканты. Главный палочки вот так вот делает. Давай. И музыка начинает играть. Лебеди стартуют. Все. Лебеди стаи улетают на юг на шашлык. Но один гордый лебедь, как орел, остался, говорит, не хочу никуда лететь, хочу здесь на озере шашлык делать и мангал разводить буду, здесь танцевать лезгинки вообще. И начинает так. Вот так вот. И стая такая говорит, так ты с нами не летишь на юг на шашлык, на возьми тогда шампур, пригодится. И шампур вот так вот летит с юга на лебеди, вот так вот попадает ему вот сюда, вот он так, о, попал шампур. И лебедь постепенно вот так вот превращается в шашлык. Понимаете, вот так вот он скорчится весь, плохо ему. И он постепенно вот так вот берет. И вот так вот, что он делает? Умирает. Ай, молодец, да? Вот так вот окончательно умирает. Все, браво! Спасибо большое.
Понравились? Очень, очень. Сидите тогда, не вставайте. У нас акция. Посмотри, «Лебединое озеро» в подарок получи концерт «Три тенора». Это бесплатно? Конечно, бесплатно. Только надо будет доплатить еще 300 рублей за доставку. А, ну, конечно, пожалуйста. Вот у меня тут. Спасибо большое. Друзья, идите сюда. Карераджан, Доминго, Ака, Лючан, Агли. «Три тенора». Мы за них. Итальянские народные песни «Пошел коронавирус к чертовой бабушке». Идет коронавирус по планете, ну просто жуть, ну просто жуть. Достал коронавирус всех на свете, дошел бы он куда-нибудь. Но мы себе поставили вакцину, я спутник Ви, я Ковивак. С тех пор плевать хотели мы на вирус, да он слабак, да он слабак. Радость, радость, радость к нам пришла, нас троих зараза не взяла. Ведь есть у нас антитела, ведь есть у нас антитела. Ла-ла-ла-ла-ла, ведь есть у нас антитела. Браво! Браво! Понравились? Очень, очень, молодцы. Мы очень рады, да. Но мы торопимся. Нам еще в 16-ю квартиру Евгения Онегина доставить. Во время пандемии, чтобы выйти на улицу, придумывали самые различные хитрости. Например, мы с женой по 5 раз в день ходили гулять с собакой. 5 раз в день гуляла она, 5 раз я. Один мужик полдня простоял около раскрытого окна. Жена спрашивает: «Что ты там высматриваешь?» Он говорит: «Отвали, я гуляю». Конечно же, запрещались корпоративы. Но наш человек всегда мог найти способ, чтобы обойти любые запреты. Давайте вспомним, как это было. Представьте, обычная квартира, где собрались гости на запрещенный корпоратив. Тихо вы! Роспотребнадзор услышит. Ой, простите, пожалуйста. Проходите, только тихо. Корпоратив же запретили, больше 2 собираться нельзя. Соседи услышат, в Роспотребнадзор настучат. Ну, друзья, это он. Я потратил кучу денег, чтобы сделать вам сюрприз. Стаса Михайлова заказывали? Проходите. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны. Потише, пожалуйста. Вы что, новости не смотрели? А, понял. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поля. Здравствуйте, Роспотребнадзор. Нам поступила жалоба, что у вас здесь проходит корпоратив. Да. Нет. Нет. Нет у нас никакого корпоратива. Мы семья, сидим, ужинаем. Да, это вот моя жена. Это моя дочь. А это мой сын. Это дочь? Плоть от плоти. Интересно, почему эта дочь выглядит старше матери? Пила.
Да что ты такое говоришь, милая? Она у нас родилась просто сильно переношенной. А сколько лет вашему сыночку? 15. Чего-то он у вас какой-то холодный. И выглядит он лет на 40. Да вы вообще знаете, сколько им в школе задают? Бедные дети. Такая нагрузка на детский организм. Нагружать все больше нас стали. Почему? А это кто? Это младшенький. Отпусти, отпусти, небо плачет. Кого-то он мне напоминает. Мальчик, тебе сколько лет? Журавли летят в Китай. Ой, кого-то он мне напоминает. Мальчик, тебя как зовут? Ну, здравствуй, моя разведеночка. Зоя, Зоя, мы на работе. Отвали! Говори, кто я? А ты просто девочка лета. Да. Ты просто девочка гроза. Да. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. А ты просто девочка лета. Ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. Зашла. Зоя, фу! Значит так, я все понял. Здесь проходит тайный корпоратив. Квартиру опечатать, всех оштрафовать, родителей в КПЗ, детей в детдом. Младшенького я усыновлю лично. Минуточку! Вы вломились в наш дом. Социальную дистанцию не соблюли. Маски не надели, QR-коды не предъявили. Руки! Не продезинфицировали. Ага, значит, вы еще кого-то ждете? Нет! Что по телевизору передали, что указ о запрете корпоративов отменили. Ура! Тогда танцуют все. С тобой 2 года я дружу, но нет интима до сих пор. Ведь я дистанцию держу. Велел так Роспотребнадзор. Я так желаю, где б ты ни была, тебе отдать свои антитела. Тела. Все для тебя, чеснок и санитайзер. Для тебя, и спутник Ви и Файзер. Для тебя, хожу в противогазе. Для тебя, лишь для тебя. Локдаун с карантином. Для тебя, вся наша медицина. Для тебя, я сделал чай с малиной. Для тебя, лишь для тебя. Петь на корпоративе буду я. Что творится? Каждое столетие,
весь Запад объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться еще на 100 лет. Ну, правильно кто-то пошутил недавно. За один день Путин закончил эпидемию ковида. И теперь ковид отозвал свои бактерии и прекратил свою работу в России. А то достала эта пандемия. То китайский штамм, то этот был британский, помните? Теперь, здрасте, африканский, омикрон назвали. Многие уже взбрендили, ей-богу. Вот и я тоже. Зашел в магазин, смотрю, длиннючая очередь, аж противная. Начал кашлять. Очередь начала кашлять в ответ. Не прокатило. У меня приятель-дрессировщик собак жаловался. До пандемии я не мог подумать, что выгуливая собаку, мы оба будем в намордниках. Вот что творится. Говорят, новый закон сейчас выйдет. Лицам, дожившим до 80 лет, нужно будет заплатить штраф. Мне недолго до штрафа. Я вообще слышал, что ковид – это заговор олигархов. Вот сейчас карантин в прошлом, все по улице ходят, слава богу, дышат, гуляют, чихают друг на друга, плюют. А власти думают, что в слюне вирус, понимаете? Он попадает на тротуарную плитку. И она становится заразной. Поэтому в Москве все время плитку перекладывают. Давай, смейся, протяжен закрыл. Очень сладко смеется. Сейчас много кукушек поехало. У меня зять отдыхал в Египте. И передал нам с женой подарок специй всяких. Я даже не понял, это куча вонючих пакетиков. Ужас просто какой. Такой гальюн, просто на стенку лезешь. У меня на эти пакетики аллергия. Еду в автобусе, везу эти специи, ну, чтоб родственникам подарить. Чувствую, у меня от них в носу щекочет. Ну, я чихнул и закричал: «Вот, зараза африканская!» Народ аж подпрыгнул. Я еще раз чихнул и говорю им: «Вы не переживайте, у меня зять путешествовать любит. Он нам и в прошлом году какую-то гадость из Китая привез. А в этом году из Африки, да». Народ отскочил от меня на 3 метра. Я объясняю, у нас от этой дряни все тараканы дома сдохли. У меня ее много. Может, кому надо, а? Могу поделиться. Народ на полном ходу в окна повыпрыгивал. Причем первым выпрыгнул водитель. После пандемии этой у многих кукушенция поехала. Еду за рулем. Вот такая картинка была. Инспектор останавливает. Он говорит: «Мне кажется, вы выпили. А ну-ка дыхните». Я говорю: «Сейчас дышать нельзя в лицо. А вдруг я заразный?» Инспектор говорит: «Тогда дыхните мне в ухо». Ну, я дыхнул ему в ухо. Он говорит: «Сильнее дышите. Так, хорошо, теперь в другое». Я ему дышу в другое. Он говорит: «Отлично», говорит, «можете ехать». Я говорю: «А как вы через ухо определили уровень алкоголя?» Инспектор говорит: «Никак.
Я тут 3 часа на морозе стою, у меня уши замерзли. Вот так вот приспособился человек. Я на некоторых смотрю, ух, роняли их аисты, думаю. Роняли. У меня соседу 95 лет, 95. И вдруг он почесал затылок и решил привиться. Я говорю, ты с ума сошел? Неизвестно, как это аукнется тебе через 5-10 лет. Ходят слухи, что этими прививками нас чипируют по замыслу Билла Гейтса. После введения чипа в организм, чип проникает в мозг, присасывается там и контролирует человека. Многих уже чипировали. Только Ольгу Бузову не смогли. Чип не нашел, к чему присосаться. Вот что творится. Поехала у многих кукуня. Да. Зашел в один креативный отдел, так там какой-то креатин привходный. Взял термометр в виде молотка и приложил мне ко лбу. С размаху, главное. Стер память. Я даже забыл, зачем я туда пришел. Пошел к врачу. Он мне написал диагноз. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина. И назначил мне пропить железо. Теперь у меня нет ни машины, ни гаража. И еще один полезный совет он мне дал. Добавьте, говорит, вашей озабоченности праздничного волшебства. Положите, говорит, в нос немного блесток перед тем, как чихнуть. Я вам скажу, эти врачи, некоторые, конечно, не все, аферисты. В психиатрии как теперь? Кто первым халат надел, тот и доктор. Медицина, учись! Вон, Кока-Кола, Старбакс, KFC, Макдональдс ушли из России. Но после того, как подсчитали убытки, хотят вернуться. А жаль. Удалившись от нас, они нам делают большое одолжение. Одолжение нашему здоровью! И еще я вам скажу. С помощью пандемии Билл Гейтс хочет сократить население планеты. Надо ему помешать. Необходимо повышать рождаемость любыми путями. Каждой женщине помочь родить, чтобы остановить Билла Гейтса. Именно это я сказал мужу соседки, когда он застукал нас в постели. И чуть не сократил население планеты на одного человека. Вот артист Петросян молодец. Поднимает численность населения на должный уровень. Молодец. И говорят, не собирается останавливаться. А еще я читал исследование Юрия Лозы. Он большой ученый, конечно. Он говорит, что скоро нашу планету завоюют пришельцы. А недавно среди нас скрываются под видом нормальных людей. Только двое не скрываются. Волочкова и Джигурда.
Ох, роняли многих аисты. Зашел, значит, в лифт с соседом, а у него огромный пес с большими какими-то седыми усами. По кличке Якубович. Ну, я чихнул. Сосед говорит: отойдите от собаки, вы ее заразить можете. Я говорю: да ладно. И дернул пса за усы. И эта псина по кличке Якубович как цапнет меня за самое мягкое место. А фиг его знает, может, он бешеный. Я побежал домой, сразу, значит, записался на компьютере онлайн к врачу. На экране появился врач. Спрашивает: что у вас случилось? Я говорю: меня Якубович укусил. Врач глаза выпучил. Когда? Я говорю: только что, в лифте. Я его за усы дернул. Он меня за ягодицу и укусил. Врач говорит: а зачем вы Якубовича за усы дергали? Я говорю: он без намордника был. Короче, доктор, проверьте меня на бешенство. Врач говорит: покажите место укуса, поднесите его к камере. Ну, я поднес. А так совпало, что в это же время у меня было по онлайн родительское собрание у внука в школе. И я, видимо, случайно нажал не на ту кнопку и переключился на родительское собрание. Слышу, учительница говорит: я вижу, к нам подключился дедушка Васи Куземкина. Семен Петрович, что-то я вас не узнаю в лицо. Вы поправились, что ли? Одни щеки. Отойдите, отойдите от камеры. Я отодвинулся. Учительница пригляделась и посмотрела внимательно, покраснела и говорит: Семен Петрович, я понимаю ваше отношение к нашей школе и к образованию в целом. Но нельзя же так открыто демонстрировать. Я говорю: извините, Елена Сергеевна, тут такое дело, у меня подозрение на бешенство. Она говорит: я вижу. Я говорю: меня в лифте Якубович покусал. Мне надо срочно лечиться. Она говорит: то, что вам нужно срочно лечиться, я знаю. Я говорю: понимаете, я в компьютере двинулся и потерял ориентацию. Позвольте, я пойду. Учительница была настолько любезна, что назвала точный адрес, куда я могу пойти и где меня вылечат от бешенства. Есть надежда. Простите, здесь кафедра спиртных напитков, факультет сомелье, экзамен по дегустации. А что это вы вдвоем заходите? Ну,
Заходите по одному. Профессор, я один. Да? Точно. Ну, простите, с утра принимаю экзамен. Фамилия? Чья? Голубчик, свою фамилию я знаю. Семен Петрович Дрыбодан. Ваша фамилия? Михаил Сергеевич Неподатых. Интересно, как вы с такой фамилией учитесь на нашем факультете? Так, что-то я вас не помню. Вы на мои занятия ходили? Нет, не ходил. Что? Я приползал. А, поэтому я вас и не видел. Так, вы к экзамену готовились? Готовились. Дыхните. Мало готовились. Ладно, вздрогнем. В смысле, тяните билет. Билет номер 07. Прекрасный билет. Объемный. Ну и... Не понял. Что это там у вас? А ну-ка дайте сюда. О, это что? Шпаргалка? Как вам не стыдно? Вы позорите... нашу кафедру алкогольных напитков. Ладно. Тогда давайте перейдем к практическим занятиям. Ну-ка, определите, что это за напиток. Композитор. Если вы слышите глюка, значит, в дегустации вы достигли степени бокалавра. А давайте за это и выпьем. Ку-ку. Профессор,
Это кто? Это моя кукушка. А что она делает? Она поехала. Профессор, а куда поехала ваша кукушка? А фиг ее знает. Она то приезжает, то уезжает. Но она всегда приходит не одна. Она приходит со своим приятелем. А вот... Профессор, это кто? Это перепел. Он как бы предупреждает, что хватит. Тогда, может быть, хватит? Нет, еще по одной. Профессор, это кто? Я писец. К нам пришел писец. Да не кипишуй ты. Видишь, он худой. Вот когда придет полный, вот тогда и будет писец. Ну, давай. Музычка пришла. Что-то рановато сегодня. Профессор, а это кто? Это коза с баяном. А нафига козе баян? Ты об этом ее сам и спроси. Слышь, коза, а нафига тебе баян? А это вопрос не ко мне. А к кому? Это вопрос к нему. Профессор, это кто? Это ясень. Ясень? Вы что-то хотели спросить? Ясень, где моя любимая? А хрен его знает. Минуточку, я не знаю. Но ты же хрен, ты же должен знать. Я много чего знаю, но про его любимую ничего не знаю. А кто знает? Кто-кто? Он! Вы кто? В пальто. Что вы меня постоянно дергаете по делу и без дела? Профессор, кто все эти люди? А хрен его знает. Да не знаю я. Короче, они все работают у нас в институте на полставки. Я их тут каждый день вижу. Кого? Кого-кого? Послушайте, если вы не оставите нас в покое, я вам покажу Кузькину мать. Ну, покажи! Кузя! Господи, какие уроды! Мама!
здесь, сынок. Это Кузькина мать. Вздорная баба. Сволочь! Ты почему мне не звонил? А хрен его знает. Да не знаю я. А кто знает? Кто-кто? Да не дергайте вы меня. Профессор, по-моему, нам уже хватит. Нет, надо еще по одной. А вот и я. Я уже думал, а вы сегодня не придете. Ну что вы, ну как я могла такое пропустить? Профессор, это кто? Белочка! А, профессор, она к вам пришла или ко мне? Я к вам обоим пришла. Профессор, а можно сделать так, чтобы они все ушли? Можно, но надо на пасашок. Плохо дело. Это кто такие? Вот это полный писец. Вот это Кондратий. Ща обниму. А вот то итальянский драматург Гольдони. Профессор, ну, писец я понимаю, Кондратий тоже. Но почему к нам пришел итальянский драматург Гольдони? Потому что финита ля комедия. И что нам теперь делать? Бежим. Куда? К Дрени Фене. Здравствуйте, я Ядреня Феня, и я уже здесь. Это Ядреня Феня, наша завкафедры. Студент, вы ее видите? Вижу. Все, значит, вы сдали экзамен. Зачетку! Нас учить не надо пить, мы и так умеем. И для зрителей родных тост один имеем. Чтоб дружили вы всегда со своей кукушкой. Чтоб не перепил ни глюк, не привел в психушку. Чтобы с Белочкой у вас не было объятий. Чтобы в гости никогда не пришел Кондратий. Чтоб вам радость подарить, мы стоим на сцене. И пускай печаль летит, да к Ядрене Фене. И за трезвость главный тост мы поднять готовы. И не в шутку, а всерьез. Будьте все здоровы. Представляете, во всем мире каждый день отмечается какой-то праздник.
Вот и я решил пофантазировать на эту тему. И давайте представим, какие же любимые праздники у наших звезд. И начнем мы с самого сказочного, самого волшебного праздника в исполнении самого эпатажного дуэта. На сцене Николай Трубач и Борис Моисеев. В своей квартире я недавно отмечал. С оливье тарелок съел 24, рюмки вовсе не считал. Чуть труба мне не настала, я объелся просто жесть. Виноваты в этом все телеканалы, на них передача есть. Голубой огонек всему виной, и артистов выступление. Он ведь не виноват в том, что он вот такой. Передача, наслаждение. Голубой огонек, голубой огонек, голубой огонек, голубой огонек. Встанешь после передачи, на весах будет шок. А вот Леониду Агутину уж очень дорог Международный женский день. Исчезла зарплата, деньги утекли куда-то, и пуста карта, вот так день 8 марта. Я жене с дочкой думал подарить цветочки, но цветы стоят так же, как нефть. Каждой по букету, букету, каждой по букету. Хватит, и денег нету, денег нету, вовсе денег нету. А еще цепочка, бац, и голый точно, голый точно, голый, голый точно. Я грущу, сидею, я сидею, я сидею, сидею. О, хей, ла-ла-лею. Снова я, о боги, парень босоногий. Любимый праздник Авраама Руссо – это свадьба. Его как-то пригласили на деревенскую свадьбу, и от увиденного он еще очень долго приходил в себя. Красом ты в бельном платье, два, лицом в салате, три. Смотри, свидетель горит, всюду торт летает, а на брюках тает холодец. Просто капец. Теща словно сыщик, челюсть свою ищет, тесть подпил, гуся оживил. Вилкою свекрови свекр щипает брови, все кричат вновь: совет да любовь! А сейчас пародия на прикольную певицу с прикольной песней про прикольный праздник. Однажды парню сказала я с улыбкой своей, что собираюсь родить ему 10 детей. Ха-ха, ха-ха, е-е, ха-ха. От радости пультом он телевизор разбил, схватил ружье, но инсульт его первым схватил. Ха-ха, ха-ха, е-е-е-е-е-е. Первое апреля, улыбаясь из больницы поскорей, возвращайся, улыбайся, улыбайся. Через год обещаю, как-нибудь я твою мать разыграю. Поправляйся, не пугайся.
улыбайся. Любимый праздник группы «Руки вверх» — это Масленица. Но отмечая широкую Масленицу, будьте очень аккуратны. Отмечала Масленицу ты вчера, ела блинчики аж до 5 утра. А когда тебе это наскучило, ты в саду зажечь решила чучело. И взяла топор, такие вот дела. В доме мебель превратила всю в дрова. И под чучело дровишки сунула, только в рожек против ветра дунула. Дунула, дунула, дунула. Загорелась огонечком пятая вся точка. Думала, думала, думала. А потом ты свою точку по самые попочки всю в снегу валяла, чтобы не пылала. Как Джексон танцевала, как Джигурда орала и в прорубь сунула. Как вы считаете, какой самый грустный праздник? День рождения? А вот Валерий Леонтьев с вами не согласен. Ты ответь мне на вопрос, что за праздник всем так дорог? И пускай он так недолог, а порой мал до слез. Этот праздник в каждый дом регулярно прилетает, но в растратах быстро тает, оставляя в горле ком. Милый друг, не скучай, в бухгалтерию сгоняй и с улыбкой у младенца день получки отмечай. Милый друг, понимай, хоть мала и с денег кучка, но она твоя получка, получил, давай гуляй. Продолжите загадку от группы «Жуки». Снова праздник у руля, 23 февраля! Я супругу обожаю, как мороженое дети, и отчасти аж сияю в феврале на 23-е. Хоть она, как и в рекламе, мне одно и то же дарит — пену для бритья с носками. Ну а после заявляет: пена же новая, кстати, не дешевая, а носки вообще отпад, должен, милый, быть ты рад. Скоро и мой черед поздравлять тебя придет. Если продолжать так будешь, то получишь с маслом куки. Ягода, малинка, оп, оп, оп. Так пел Хабиб, но после забойного летнего праздника в его песне появились совершенно другие слова. Вышел гулять в августе я, психика вмиг надломилась моя. Парни, гляжу, лезут в фонтан, аж интересно, что еще там. Искры, искры, искры полетели из глаз, когда я услышал основную из фраз. И в памяти провал, ничего не понимая, запомнил только слово ВДВ. Об голову бутылка, оп, 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 кругом голова и разбитый лоб. Тельняшку разрывают, на памятник влезают, кирпичик разбивают в железный кулачок. Истина простая, оп, 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 чтоб остался целым твой черепок. Просто полюбе на праздник ВДВ, если не десантник, в город не ходи, дружок. Ну а завершает фестиваль наших праздников День Петросяна! Ерунду поет.
Но на самом деле самый главный и важный для каждого из нас праздник – это собственный день рождения. И если у кого-то прямо сейчас или в ближайшее время будет день рождения, разрешите вас от всей души поздравить, пожелать вам всего самого-самого доброго, а самое главное – это взаимная и крепкая любовь! Спасибо! С днем рождения! Однажды мне парень мой, с которым целый год дружила, смогла бы я ради него 5 килограмм хотя бы скинуть. И я худела, как дура, истощилась фигура, отвергала, как дура, шашлыки я шампура. И пока грызла сушки, не куриные тушки, перебрался втихушку, он какой-то бомбушке. Во двор мой котик вчера сбежал, а я за ним, роняя слезы. Откуда ж было мне это знать, что он забрался на березу? А я кричала, как дура, и бродила понуро. Где ты, Вася, Васюра? Кого гладить я буду? Тут подходит мужчина. Дама, что вы кричите? Я Василий Никитич. Гладьте, если хотите. Про двух влюбленных я сериал смотрела вечером привычно, и вдруг ее он поцеловал не с той страстью, как обычно. А я ревела, как дура, слезы градом по скулам, на душе было хмуро. Да чего людям худо по сравнению с этим? Я счастливая просто, ипотека всего-то и 4 развода. До дома где-то за километр, авто работать перестало. И муж мой сразу мне предложил, чтоб он рулил, а я толкала. И я толкала, как дура, упиралась, как дура, прямо без перекура километр махнула. А когда дотолкала, я узнала всю правду, муж бензин экономил, чтоб сгонять на рыбалку. Меня на дачу мой муж позвал, ее достроить срочно нужно. Сказал, что будет пилить, строгать, а я сидеть, цветочки нюхать. И я строгала, как дура, прибивала, как дура, превратилась, как дура, маляра, штукатура. И 3 дня ни на чем не пришлось там и шачить, а любимый мой чачу пил соседом по даче. Мне повстречался он, наконец, тот, о котором я мечтала. И предложение, чтоб сделал мне, его подкармливать я стала. А я варила, как дура, я тушила, как дура. Вот тебе, милый Юра, запеченная кура. Он во время романа съел, наверное, барана. А жениться, сказал он, мне пока еще рано. Мы о мужчинах пропели вам, таких порочных и коварных. И как клянутся нам всякий раз в том, что они другими станут. И мы им верим, как дуры, пьем с расстройством микстуры. Но исправить так трудно их мужскую натуру. Просьба есть президенту, пусть создаст министерство по делам переделки всех мужчин в совершенство. We'll be right back.
Ай, что за зверье в подъезде живет? То на стенах гадости напишут, то в лифте антитела разольют, то он лампочку энергосберегающую выкрутит. Хотя, нет, обычная. Ничего, дом тоже пригодится. Подержите кнопочку, пожалуйста. Спасибо. Будьте добры, 15 этаж. А вы в какую квартиру? В 65-ю. Гальки, что ли? К ней. Хорошая девушка. Да. Красивая. Да. Умная. Да. Скромная. Да. Жаль, что проститутка. С чего вы это решили? Галя приличная девушка. Мы познакомились с ней на танцах. Ну да. Танцевать она любит. Вокруг шеста. Галя самая приличная девушка. Самая любимая и самая дорогая. Конечно, самая дорогая. Дороже только Светка 48-й. Да что вы такое говорите вообще? Галя невинная девушка. Молодой человек. Невинная девушка в этом подъезде только одна. Это я. Ой, надо же, лифт застрял. Что теперь делать-то будем? Надо диспетчера вызвать. Нажмите кнопочку. Чё надо? Женщина, мы тут в лифте застряли. Выпустите нас. У меня обед. Эй, а нам-то что теперь делать? Ой, дайте пожрать спокойно. Пообедаю и выпущу. Никуда не уходите. Надо же. С незнакомым мужчиной в лифте застряла. А я вчера передачу Малахова смотрела. Там говорили, маньяк появился. Заходит в лифт с женщинами и честь отбирает. Небось, приставать будете? Не буду. Почему? Потому что я нормальный, адекватный человек. Я к женщинам в лифте не пристаю. Че, не нравлюсь, что ли? Послушайте, женщина, чего ко мне пристали, а? Ой, взгляд-то какой недобрый! Сейчас, наверное, раздеться заставите. Че я не заставлю? Хотите, чтобы я добровольно? Ничего я не хочу, отстаньте от меня. Ну ты скажи, чтобы я не нервничала. Ты точно не маньяк? Точно. А докажи! Как я вам докажу? Ну я не знаю. Ну предъяви орудие преступления. Чтобы я понимал, на что мне рассчитывать. Послушайте, женщина. Ой, не подходи, не трогай меня! Я вас вообще не трогаю. Ну и собираешься. Ничего не собираюсь. Вы что, не видите, у меня даже руки заняты. Ну цветочки шампанское я могу подержать. Что вы делаете? Отстаньте от меня. Ой, я так вас боюсь. Ко мне в лифте еще никто никогда не приставал. Да я к вам вообще не пристаю. Я вас даже пальцем не трону. А не надо пальцем?
У тебя что, рук нет? Что вы на меня так смотрите? Ай, ладно. Лучше уж ты, чем какой другой подлец. Я готова смириться с неизбежным. С каким неизбежным, женщина? Ничего не будет. Это ты так думаешь? Налей, что ли, шампанского, чтобы я не нервничала. Это для Гали. Ой. И цветочки для Гали. И цветочки. Ну, подари. Ну, подари хоть один. Ну, подари. Остальное Гальке отдашь. Все, я звоню в МЧС. Ой. Телефон не работает. Лифт сигнал не пропускает. Захочешь полицию вызвать, не получится. Мне тут подруга недавно рассказывала. Она в лифте с одним маньячилой застряла. Ох, как он ее. Как он ее. Умолял его отпустить. Что-то у вас взгляд какой-то недобрый. А с чего ему добрым-то быть? Я ведь 10 лет на киче оттарабанила. За что? Да убила в лифте одного насильника. Он что, хотел вас силой взять? Да в том-то и дело, что не хотел. Послушайте, женщина, я еду к Гале. Вы мне безразличны. Че, точно приставать не будешь? Не буду. А придется. Помогите! Ты че, сам не справишься? Что же мне с вами делать-то? Все, что хочешь! Женщина, поймите, я просто хочу выйти. Если за меня, то я согласна. Я хочу выйти отсюда. А? Куда ты с подводной лодки-то? Подождите, пожалуйста. Вот. Вот вам 1000 рублей. Ты че? Я тебе не Галя. Я за эти деньги не беру. Нет, вы не поняли. Это за то, чтобы вы ко мне не приставали. Ну, это не серьезно. Я 20 лет в разводе. Я еле сдерживаюсь. Хорошо, вот вам еще 5000. И, пожалуйста, отстаньте от меня. Как хотела меня мать за маньяка-то отдать. Женщина, я вам денег дал, ну. Ты дал, чтобы я к тебе не приставала. А чтобы не пела, уговор не было. Вот вам еще 5. Тогда танец. Вот еще, держите. У меня больше нет денег. Как не стыдно? С такой женщиной в лифте застрял и без денег. Альфонс! Чего надо? Вы поели? Компот допиваю. Быстро откройте дверь. Галя! Чего надо? Светка, это я. Сегодня 16 000. Нормально. И бутылка шампанского. Накрывай на стол, чувырла. Отмечать будем.
О, Зинаида, о, моя девочка, я сгораю от любви к тебе. Ты прекрасный цветок, распустившийся на грядке моего вожделения. Ты сочный персик, созревший на плантации моей страсти. Ты нежная бабочка, запутавшаяся в паутине моего сладострастия. Что он говорит? Ой, я аппарат не включила. Вот теперь слышу. Я говорю, ты бобер, построивший хатку в запруде моей любви. Ты моль, проевшая дыру в моем пылком сердце. Прохор. Я так понимаю, тебе очень нужны деньги. Зинаида, ну как ты могла такое подумать, чтобы я, Прохор Шаляпин, женился на богатой старухе ради денег? Я пленен твоей красотой. О, как я люблю эти глаза, такие же бездонные, как твои нефтяные скважины. Как я люблю эти волосы, такие же многочисленные, как акции «Газпрома» в твоем инвестиционном портфеле. Как я люблю эти щечки, такие же круглые, как твои счета в швейцарском банке. Как я люблю этот бюст, такой же огромный, как твоя квартира на Арбате. Я так рада, что нравлюсь тебе чисто за внешность. Обычно меня любят за мои дома, деньги и драгоценности. Какой ужас! Какие негодяи! Боже мой, у нее еще и драгоценности. Презренные альфонсы! Зина, я хочу тебе предложить стать моим спонсором. Моей женой, моей путеводной звездой. Я хочу разделить с тобой твое имущество, твою жизнь, твой каждый счет и каждый вздох. Капец ты романтичный чел. Я выйду за тебя замуж, но при одном условии. Да-да, моя девочка, любые условия. Завтра ипотеку платить. Как ты относишься к детям? Я обожаю детей. Если бы я не стал певцом, я бы стал нянечкой в детском саду. Я обожаю с ними петь, играть, танцевать. Я готов целовать их розовые пяточки. Вот и славно. Я тебя сейчас познакомлю со своим сыном. Если ты ему понравишься, я выйду за тебя. Артемка, сынок. Мама, ну там у Якубовича 100 очков на барабане, а ты меня отвлекаешь. Он такой азартный. Артемка, я хочу тебя познакомить со своим избранником. Это дядя Прохор. Познакомься. Дядя Прохор. Да, мальчик. Мама, а может я буду называть его папа? Конечно, сынок. Теперь ты можешь осуществить все свои несбывшиеся детские мечты. Что ты там говорил, Прохор, про розовые пяточки? А может быть, мы лучше во что-нибудь поиграем, сынок?
А точно, папа, давай, давай поиграем. Давай, знаешь чего? Давай поиграем в цирк. Давай, давай. Давай. Я буду кидать в тебя ножи. Стоп, подожди, сынок, но мне кажется, что кидать ножи — это как-то скучно. Давай лучше поиграем, например, в индейцев. Точно, давай. Ты давай. Будешь моим мустангом, давай. Сынок, а я буду снимать с тебя скальп. Нет, подожди, сынок, подожди, стой, стой, сынок, подожди. Мне кажется, что это какая-то не очень добрая игра. Давай мы, может быть, лучше поиграем в добрые русские сказки, а? Давай. Давай. Ну, идолище поганое, отведу силушки богатырской. Ах, Кощей, я знаю, смерть твоя в яйце. Стоп. Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Сынок, я понял. Давай мы с тобой будем лучше танцевать. Давай, давай, давай. Я люблю вот этот танец матросский, яблочко. Особенно, когда по ногам лупит. Давай, танцуй, папа! Давай. Сынок, что? Раз. Стой, стой, подожди. Сынок, сейчас, сейчас. Секунду, у меня просто смс-ка пришла. Сейчас, одну минуту. Уважаемый клиент, если вы не внесете платеж по ипотеке сегодня до 18:00, вы подлежите выселению из квартиры. Артемка, сынок, давай, иди сюда. Поехали! Стоп! А знаешь что, Зинаида? А пошла-ка ты в баню вместе со своим Артемкой. Хватит. Ничего. Выплачу я как-нибудь сам эту ипотеку. На завод вон пойду работать. Дальневосточный гектар возьму. На шахту. Да что угодно. Только бы тебя и этого твоего Артемку больше никогда не видеть. Ну-ну. Интересно. Где ты найдешь побогаче и постарше, чем я? Домино. Мы красавчики. C'est à vous, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être Dominique. Le printemps chantant la Dominique, le soir c'est faible, j'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de t'aimer sur moi. Пока Евгений Петросян и все-все-все, кто украшал с собой экран, все-все-все-все, кто в этот вечер с нами был, нам настроение дарил, кто развлекал нас и шутил, а также пел и говорил, и декорации носил. И вот Евгений Петросян и все-все-все пакует шутки в чемодан, все-все-все-все. Он смех всегда берет с собой, прощаясь, машет нам рукой. До встречи, зритель дорогой!